14% меткости, это сколько будет в значении хита? Без понятия. Вы там распределитесь, кто демон, кто апки. Для магии 14%. Да. 367. Спасибо. Зачем вы говорите, что это? Любите на меня, на протоплодина. Подожди 5 секунд, откатится тарелка. Пойдет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце теней плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовки последней надежды. Сейчас стойте тут, я тут трэш приведу еще. Двери. Но тебе уже не суждено встать. Стойте, не бегите дальше. Бегает ловушка. Ладно. Ого, я завис. Вот этого ближнего, короче. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Давайте, бегите все сюда. Ладно, постараюсь, да? Чарльз. Тащи, я все нормально сейчас сделаю, пусть только сюда бегу. Макгрегор, ближнему мобу дашь сало. У тебя есть там на панели, найди его. Хорошо, что? Все, давай, давай. Стой, на КД у меня, подожди. Беда, значит. Я, короче, буду сбивать карты. Бош. Мог не сбить. Макгрегор, ты сделал АДК? Да. Молодец. У него, походу, одной ручки нет. Вот даже за ручку. Блять, вот
стаб, ты же танчил, Мишка, да? Вот это вот растерзать, как в стаках, в стаках. Это вот на боссах надо вот как? Ну, типа... ну и для печати надо. Ну когда трэш, там на одного можешь кинуть и все. Молодец, Бэт Локовский. Че это Бэт? Ганчер. Я чар. Давай. Ну что, молодец. Не надо 5, для печати только один стак. На боссе тоже. Только обновляешь и все. Целенаправленно 5 стаков навешивать не надо. У него 0.5 агро. Ну то есть в этой способности занижено агро. Легите маны с столбу. ТТМ, как манускрипт, не знаю. Идол, идол, блядь, вот он, друид. Будьте гимн на ману кто-нибудь из бестов. Так, чё, стойте там. Этот же идол типа на мишку идёт, что ли? Да. Зайдите за стенку. Ну и плюс она от трёпки урон увеличивает. Если целей немного, есть вариант раскидать на них. Да. Основное это трёпка. Да, трёпка с максимум. Полево. Пробудился. Кащу, ты в рейде? Ставьте шкаф. В обитель господина. Диалон леший, естественно, анти-ганчер на этого, на розету. И так по КД, короче, постоянно вешайте. Идите сама. Нет у меня их. Ладно. Нет, хотя мне лень. Сейчас Олег раздуплится. Все, давайте бафы, Олег кулаки раздаст.
Мощь еще не хватает, только пишите, поставьте рыбу квест. Варка, пишите, кто на кого ролит. Ну, рыбу ешьте. Так, ладно. Заходите за Ленью и чекнул. Пейте, настойте, кому не жалко, кому жалко, если мы вайпаем все ГП на чисте. Ориент, ты готов? Стил не готов почему-то. Но это не важно. Ладно, давайте идем. Все на пулы на Сенсимиле. Да, Гриколя. Идите под фрейм, только не совсем под фрейм, чтобы вас клиф не убил. Ты отойди назад чуть-чуть, ты сейчас сдохнешь. Побейте. РДД шип сзади, разбейте. Быстрее, быстрее, быстрее. Столб, молодец. Какую речь, бейте с хила. Я налево пойду. Стойте все в центре. Маны на столбу залейте, шаманы. О, друиды. О, молодцы. Сатара репа, давай гимн на хп. Слушай, походите, не стойте в куче. Это шипы надо будет моментально разбить. Давай, тут типка гимн отхил. Быстрее, тут типка. Оля, бегу, не умри только. Идите все под фрейм босса. Бейте шипы милики. Ты темп лужи стоишь. Молодцы. Эти шипы. Что добивайте босса? Я сидел снов.
Надо кому-то щиток. Ты на мейн ролишь, Олег? Как настроение? Вы прыгаем, спекайся в танка. Что наделены особым знанием. Кто он спекается? МакГрегор. Сейчас. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть... Но потом ты, чтобы обратно был в анхолике. Удали себе фростспек, потом заново сделаешь. Пойдемте трэш пока чистить. Причем, он может танчить и в анхолике под Frost Presence и шмоте. Зачем? Посмотрите на свои руки. Знаю. Кажется, что... Он умрет и так. Нет, потому что, типа, анхолик быстрее наберет агро из-за гарги. Очень быстро. Да, у нас два ханта и рога. Из-за гарги? Да. А гарга причем? Не знаю, но не брает игру, я сколько раз не вызывал, но все время в агролист не записывали. Там посмотри. Огурца, на ком комбата не будет. Поставьте шкаф, поставьте рыбу, давайте сейчас ДК придет, дадим рыбов. Сделал спик, не? Да. Отлично. Давайте фулл баф. Лизните этот инспект, не с хила на этого босса, потом обратно можешь идти в леме своем. Шрибу резай, ман. Давайте, 2 ДК слева, короче, справа. Только в трэш все переключайтесь. Ну, вроде можно не переключаться. Сейчас шаман отрегает ману и начнем. Так, дайте повару. Молодцы, начали уже. Да, в 24. Да, рог, он и босс. Ну, вот вторая фаза. Первый на пулы на Сенсимилию, потом все на пулы на МакГрегора. Трэш. Молодцы. Просто это резцы стила. Восстань и обрети
контрольте совы своих, локи контрольте, магию овцы кидайте. Моб слева, надо убить фанатика. РДД милики. Бафы к паладину дайте. Дайте трэш. Система бафов, у которых мана. РДД. Я в контроле, БДК ловите, двух трэш. Трэш ловите, БДК. Курика за контроль. Куптай, рес и анти. Сейчас меня пал там лупит. И я тебя луплю. Давайте живем. Куптай, реснет анти. Войд без, тресни щелочку. А тут типка, пусть лежит пока. Стопните в леди, бейте с ним трэш. Трэш себе бейте, алло. Проклятие диспельте. Блять, он не забирается. Блин, быстрее бить надо. Такой, давай тоже помогает с трэшем. Все только трэш играете, никто леди не бьет. Блин, убивает трэш, пока что до берсы не доведем леди. Снова трэш давайте. Мелики, слезь юбку, вот центр. Троллинг своих, контрольте меня, ДК ловите. Звездопад сова лопнет. Трудно-то как. Этот стил упал. Переводите, ладно. Нет, не переводите. Бейте пока что, просто подбейте до косаря маны. Еще раз придется трэш убить. Матреха, вес и стила. ППшки вбейте через иф разума. Все, стоп, утепление. Последний трэш моментально быстро нужно будет слить. Бафы по паладину. Барвали, ты станешь сам, нет? Контрольте сову или голоса контрольте. Матрёха, рез на пулпера. Что, переводите босса. Переводите босса. Первый на пулы на Сенсимилию. Так, где трэш? Трэш, давайте все в трэш. Может вернуть? Да, давайте рост, шаманы. Макгрегор, набирай игру. Мезантропа контрольте, не убейте его только. Макгрегор, игру на боссе набирай. Все в рейндж разойдитесь, пожалуйста, танки водите, леди по квадрату. Не стойте просто в центре. По сцене двигайте босса. Духи, вот вышли, двигайте босса. Духи в центр идут. Косты сбивайте. Шаманы тоже косты сбивайте. Матреха, ты поднимешь кого-то? Я подняла стила. Молодец. У кого есть БР? Бейте трэшся. Хотите все в трэш. Пулы на Макгрегора. Контрольте Рогу. Рогу контра ханта. Срочно всех законтрольте. Фанатика надо добить еще. На каком? На Макгрегоре. Отлично. Пуливайте дальше на Сенсимилию. Духи, смотрите. Духи, духи. Ведите босса. Когда духи, надо водить босса. Прием. Столб умер. Да. Маны. Маны, маны. Здесь не тем, маны залейте. Эти трэш. Контрольте Вуди Алана. Тай, хильсти. Но он мне стан дал.
Дал сакру. Все, бейте, леди. По игру там стил, не врывайся в боссы, ты второй по игру почему-то. Духов, молодцы, не ловите, пожалуйста. Есть БР один. Ну окей, рез не столба. Резонтроп, рез из столба. Тройте будет бистер, пожалуйста. Диспельте эфир. Берите мобов. Попытаемся убить в 10 человек. На столбу залейте. Если есть тиннеры, конечно. Так, духов не ловите, пожалуйста. Может, это словили одних, и мы умерли. Так, отведи оттуда босса, чтобы там моб не сагрался. Веди в центр босса, контрольте своих, стилы контрольте. Берите мобу. Духи, духи. Кстати, добили мобу. Кто там по БРам? Нет никого? Бейте, леди. Так, захиливайте Макгрегора, три хила есть. Маны или снитэму бы, конечно. Контрольте своих. Столб один хилишь, не роняй пацанов. И трэш давайте. Трэш. Мне кажется, вы победите. Буду надеяться, что нет. Дал сакру, живите. Смилию. Дал каплю, живи. Чем могу? Духов вы ловите, вы конченые? Там много хп? За чуть-чуть хп. Тащите. О, контрольте своих. Видите, два контроля всего. Великолепно. Все, бейте, леди. Боже мой, трэш. Надо трэш убить снова. Все, ладно, бейте. Сколько там хп, боже мой. Не, вы не успеете. Набейте только леди. Забейте на трэш, бейте только леди. Пробуем добить леди. О, войско. Контрольте щелочку. Точно щелочку надо законтролить. Боже мой, как много хп. Трэш остался там. Маны, блин, у нас хватает, зали маны кому-нибудь. Я уже заливал столбу. Боже мой, ловите трэш, танки, танки, давай БТК, ловите мобов. Нет, Сенсимилия, только не умирай. Боже мой, у нас 15 секунд, чтобы убить леди. Баба, вы, да. Мне надоело, да, вы осознаете? Беда, Берса. Ой, я первый раз вижу Берсу. Я тоже. Так, может кто-то линкануть, кто хлопал духов? Можно посмотреть, наверное, в полученный урон, да? Сейчас посмотрим. Кажется, что бегите. О, ты ловил. Да я в контроле был.
А как это посмотреть? Там надо, чтобы было... Как? Атака ближнего боя, мстительная. А если вспышка просто, это получается тебя задело, да? Да. Съебаешься смотреть? Только людей пиздец просто. Да почти все ловили. Молодцы. Как эти духи называются? Зловещий, наверное. Мстительная тень. Мстительная тень. Хочешь сказать, что я нахлопал на 114 каурона? Да, я одного словил. Вот. Если не ошибаюсь, оно. Хорош ганчер, лизнедотем, леголас, удялан. Да не, это весь урон от вспышки тоже. Это нужно смотреть только у кого есть атака ближнего боя, полученная от этого духа, тот взрывал. Есть у кого-то дон, типа, кто ставил духа, там показывает в чате? Ставьте рыбку. Да, сейчас с этого трая посмотрим, кто будет хлопать. Так там же есть люди, которые пишут в чат. Вот сейчас, я просто не следил за этим. Чего будем не стрелять? Оббегать надо. Никто не писал. Да, наверное, обычно надо пишут. Оббегать. Что это за одно, кстати, надо... который пишет в чат? Да, наверное. Ешьте рыбу. Мне кажется, это хорошая идея. Идите резче, ешьте рыбу. Хота и стил. Чего там стоите? Я еще трэш что-то долго били, да? Все, давайте фулл баф. Все, вроде каски есть. Пишите, если нет на ком каски. Щаман рез. Давайте чек на пол, в трэш все переключаемся, бога тоже. Каждый ДД переключайся в трэш. РДДшки, смотрите, когда выходит, там всего 3 мамба выходит. Два чувака с маной, один без маны. Вам будет профитнее убивать пацанов с маной. Потому что потом они юзают отражение, и вы не можете их бить. Understand? Надеюсь, вы поняли. Милики то же самое. ДК дай горно. Рога и щелочка, чего не хватает? Дайте кулак по... А есть уже кулак. Рога, чего не хватает? Все, на счет 3 пуляем. 1, 2, 3. СС раздайте на хилов игру. Все, трэш, надо переключиться. Вот красава отражения. Не бейте только мобов на ком отражение. Слева добили, все, бейте следи. Там восстал кто-то, давайте. РДД, убили моба. Контрольте пулпера, пулпера, контрольте, пожалуйста. Молодцы. РДД, убили фанатика. Да, молодцы. Лужи тоже желательно выйти. Давайте трэш. Макгрегор, блядь, води ко второму ДК трэш, чё ты там стоишь? Водите к точке. Видите, мобов на ком... Типа, Войт, что помогаешь. Трэш добили. Контрольте меня, контрольте. Отца огурца законтрольте, Фурика контрольте. Пожалуйста, Фурика законтрольте. Выйду с контроля, скажу по БРам, чё. Матрёха, есть БР? Да. Уже не надо. Кто поднял друида? Купал не дышу. Молодец, давайте трэшься. Стопните по леди, в трэш играем. Раз,
бафы дайте на подруги дебафы. Все, трэш добили, переводите босса. Кройте и переводите. Фанатика бы убить, конечно. Сейчас лестница. С лужи выйдите. Дайте рост. Смели, иди огромный дрой. Все, давайте босса в центр. И все в трэш. Все в трэш. Рост, следите, пожалуйста. Сакру дал, не умирайте. О, отлично. Сейчас появятся духи, вам нужно будет отбежать от духов. Отбегайте от духов, пожалуйста. Так, вы не в силах. Хотея контрольте. Наполы на Макгрегора, давайте уже. Все наполы на Макгрегора. Духи опять, смотрите, появились. Два. Отлично, огурца подхильте, огурец ШВ нажми. Трэш. Кво, Фрустауру, жмите мастерауру. Контрольте своих, рогу контрольте, духов к твари ловите, не ловите духов. Экстрему подхильте. Пароль, встанешь сам? Все, дайте бафы по шаманам духов, духов не ловите. Трэш вышел, давайте в трэш. Опять кто-то дух взорвал. Сейчас я. Сейчас царю. Вы не в силах противиться моей воле. На дорогу законтролить, я считаю. И меня не бить, я считаю, да? Спасибо, Олег. Ой, трец, ты шаду морно. Вставай, шаду морн. Щит ману юзай, дал тебе каску. В трэш последний переключились. Контрольте барвали. Оп, дух опять как взорвал. Было трудно сделать это с первого раза. Рольте перчатки. На офспек рольте. Плечи нужны кому? На ПВП. Да, рольте бесплатно. Кто прыгнул наверх? Так, у нас 24 человека. Варенька тут. Десантен, спикайся, валим обратно. Ну, кто такой сторожила?
Влад Фейс 64, нормально возьмем. Маник просаживается сильно. Пока не запускать, опять. Садись здесь, пушки. Хочет, естественно. Спасибо, что запустили, помогли мне. Спасибо Олегу. Где? Ищи. Дал Коля ранец. От трех умер ГЦТ. Умерла даже. Так. Я думаю, у Диалан садится по мане, да? Вареньку зашел. Надо, чтобы он присунул. Он блоком должен подечь. Трёх, покидай тело, лети в инст. И скажи, тебе нужен шмот какой-то? Да. Да? Нужен. Хорошо. Пуливайте трэш на нашем корабле. Леголас и щелочка, пожалуйста. Ганчер, не стоит на коне просто так стоять. Слетите, убивайте мага. Зачем ты агришь мобов? Я не агрю мобов. Хуя агрится почему-то. Вы еще год будете бить, не? Бейте на нашем. Выходите мага быстрее, убивайте. Сундук не утарайте, с рукой не запускайте. Сейчас подождем матреху.
Протонулись уже? Угу. Все, отлично. Сурка только не запускайте. Рольте плечи на пол. А, это на танк. На танка надо кому-то? Плащ рольте. Осколки кому? На танка бесплатно? Нет, конечно, 10% снов. Так, кто там? Ориентас, Войд. Ориентас в жопе. Войд выше. Будешь плечи собирать за 10, не? Нет. Поставьте рыбку. Значит, рыбу давайте фулл баф. Сейчас урка запущу. Давайте ребаф, присты, маги, паладины. Окра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лек только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим... Мне самой здесь пятницу не надо. Пекайся. И во славу короля лича. Это поставьте хавчик, либо маги стол. Ставьте рыбу. Крест, интеллект по шаманам дайте. Дальше. Интеллект есть, дайте крест. Минуту до боя. Макгрегор, ты спекнешься в анхолика? У тебя есть минута еще. Либо 1000 гп ловишь. Я, пацаны, дайте хавчика на ману. Макгрегор, тебе 45 секунд, чтобы спекнуться в анхолика. Безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда да. Она умирала. У тебя 35 секунд. Это раз это дай мне ману, пожалуйста, залей. Умер бы я или выжил, мой сын остался. О, спасибо. 25 секунд, Макгрегор, у тебя. Сегодня. Ладно, давай так сделаем. Помните на Сансмиле? Давайте рост. Забирай босса, со трэш играем. ХЦ. Так, играем. Не, никого не резайте. Бейте босса. Все, забирай босса. Трэш все, переключились. Хорош. Он, наверное, стоял прям под боссом. Но от трех ареснее Зиона. Защитите его сразу. Трай босса, трэш, если переключить, дайте войско. Войско дайте. Сагри, сагри моба, нету КД. Ты глыбу нажми. Фух.
Забери босса, пожалуйста. Войска есть у кого? Дима, нет. Давайте, добивайте босса. Добейте, центрыш, бейте босса. Короче, Марат, я тебе ничего не хочу сказать, но ты обрыгался по-черному. По-черному, Марат. Это пиздец. Фулом имваром, бля. Ты со мной хочешь чигаться на личе, Марат? Это не скоро будет. Рольте защитника. Мы похороним тебя, как стол, отец и вырец. Рядом с матерью и предками. Бегачи, блин. Рольте плащик. Я бы с тобой посоревновался за своего Фурика, но он что-то у кого-то другого. Если с тобой играть, ну типа мы же на одном уровне, я бы зашел на фулового Фурика. А не на этого бича с выбором. Обычно токены нужны кому-то? Ориентас, ты все равно ниже. Сенсимили, Ориентас, скиньте ролл на покорителя, на обычного. Ну все, да. Это я. Кстати, насрать. Откройте портал кто-то. Ориентас, отдай обычный токен Сенсимили. Открылся. Я вижу. Знаете, кто короче, умер, не интересуйтесь, стойте тут, сейчас я приведу Валькирию. Ну, я не спорю, у меня тоже лаги, и чё? Без фулового Фурика писать лаги. Зайди назад, Холя, сагры. Пойдемся поглубже туда. А с истерией кто был? Понятно. Мне ничего не кидали, ребят. Я все честно сыграл. Не, ну ты неплохо дал. С учетом того, что у нас еще минус 3. Прыгар упырь, который не может вон Холика спекнуться. Макгрегор, я ничего не хочу сказать, но за каждого босса тебе начислять будут по 1000 гп, если ты не будешь в анхолике. Потому что смотри сам. Все, пойдем на чумку сразу. Давай на Валькирию, а? Да не, давай на чумку, потом на Валькирию. Я не самый сильный математик, но мне кажется, под конец рейда я буду в охуенном минусе. Это лично твои проблемы. Я могу идти в анхолике весь рейд, кроме Валькирии. Хотите? Сейчас же трудно посчитать, сколько всего осталось боссов и сколько... Ну, типа боссы, сколько там, давайте посчитаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8 боссов осталось. 8 КГП. ГЦ тебе потом. Про чё ты говоришь? За анхолика. Ну, за фрост ДК сейчас. Типа, если не спекнется анхолика, будет 8 КГП у него. Так, зачем такие цифры-то? И тем более, зачем тебе анхолик идет? Под ваши ПД дамажили получше. И с сова. Господи. Ну, снимем, давай тагрим. Алька там летит сзади. Давайте назад, заходите, Валькирию себейте. Только Вальку бейте. А, Валька в текстурах, ладно, бейте трэш. Где только трэш? Тут эти херы прибежали. Ну ничего, бейте. Всего и сказать, если есть. Потерь Вальку, выведите с текстур. Сейчас выйду.
Ой, сука. Сейчас я отойду подальше. Можешь попробовать на лестницу встать. Надо сейчас. До площадки ошить, до площадки. Суманете меня потом, сейчас. Я тпшнусь. Вот, все вылезло. На кого-нибудь другого бы смотрел, здесь я вылезу. Какой вообще ДПС? Вообще, какой ДПС? Вчера, блин. Вот это ДПС. Не, ну это нормально, с учетом сколько тел умерло. О, нормально, Коля, мы ушли, там пацаны сами трожбит. Ид, Коля, иди. Они сюда придут, заберешь двух муров. Забирай Коль. Так, это на менту, ладно. Хорошо. Там хан с сестри 20к только дал? Хан 2 ханта дали 20к. Типа, хан с сестри дал 20к, когда бага не ран? Это жесть. Какой рейтрик дал? Давайте посмотрим. 15к ДПС. Так, а лесный тотем, 11 кдпс. Отлично. Не считается, у тебя 13 там с голем. Ловушку поля не запустил. Ару, ладно, сейчас левую собаку соберу, отойдите все назад. Забираем на 10 стаков. Сейчас стойте там. Боже мой, помогите мне. Конченый бурдалак. Станы дай, стил, станы, станы. Застаньте мобов, застаньте, убьет, убьет, пожалуйста. Бери собаку. Сейчас стойте, там запущу. Иван еще один. Пожалуйста, Иван, запустись. Отлично. Thank you.
Так ладно, в РНЖ 2 ШП, 3 лока, мизантроп, нет, СТП там 3 лока, это 5, 6, 7, 8, короче, 3 лока, 2 ШП, 2 охотника, мизантроп, протопаладин. Не, Коля. Нет. Сейчас давайте хлоребаф. Заказки нужны? Молодцы, Лотис свалили, вам теперь каску дать надо. Не, потому что... Чек на пол. Азион, Ориенс, готово? Ваня еще не хватает. Интеллект, дайте маги. Давай, Коля, пуляй. Пять рост. Щелочка, только не отпускай. Отверни от рейда и не отпускай. Янс, кот, жми. Кош, 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 кош. Молодец. Репа тоже не отпускай слизня. Захильте его. Матрёха, выходи в рейндж. И экстрема тоже в рейндж выходи. Поднять кого-нибудь. Войт рез и сатара репа, хотай рез и ганчера. Матрёха, можешь вернуться под босса. Голоса захильте. Шадоу мод, выходи в рейндж. Разве три леса или глаза, стил бабу. Видимо, бабу куда, потому что он нажал крылья, молодец. Я вам только что скидывал. Не-не-не. На нем до этого было. Зентроп, захильте мизентроп, пожалуйста. Не диспельте, если вы не захиливаете. Взрыв. Скажу, куда разбежаться. Все, уходите с тех мест, где вы стояли. Так, Рудал. С РДД остаемся в РНЖ. Хотя насрать, там ХП уже мало, добивайте босса. Резайте, пацанов. Кровь нужна кому-то? Нажили на мейн, на офф. Руки нужны кому-то? Не руки, а запястья. На офф. Дайгер бесплатно.
Давайте по пути раздадим бафы на пацанов. Так, вам кружочек и ромбик. Сносите споры. Ну, посел. У дрейдов какая нонсет шмотка? У киллов. Тело вроде. Так, кому там каски не хватает? Ты с хастой, да? Да, с хастой. Олег, что не хватает? Дайте лапу друида. Все, готов? Чечный код. Ну, встаньте от хилов подальше. Савайр, друг, чего там стоите? Стой, подойди к нам в мизоне. Азион, ты, значит, к нам. Хатай, останься у него. Ёб твою мать. Ну все, все, уж забейте. Медиков же есть? Или ты ушел? А, я вроде не успел. Ну ничего страшного. Тебя чуток можешь? Макгрегор, выйди к хилам. Олег, давай капку. А, антикапу давай. Сатарареп, подай гимн отхил. Молодец, Сатарарепа. Да не, вряд ли. На него 8 стаков уже. Хорош.
Дрессайте мизантропа, шкаф поставьте, сомните Селену. Рольте шею. Молодец, что оставил столько газа. На оф. Я его даже чувствую. Поясок. 10% стоит. Ты пояс или шею? Розетта. Че? Розетта, ты пояс или шею? Шею, шею. Я пояс за 10 возьму. А почему за 10? Да блин, ну, даже не было. У меня нет цели. Нет, все это. С первого босса. Конечно, на тухлой пузе столб, две волны, хотей, ни одного покровительства, Розетта одно покровительство. Честно, я, блядь, не, понятия не имею, как вы хилите вообще? Вообще, тактику хоть знаете? Танка, вы как хилите, блядь? Холли паузы. Была точно такая же ситуация, да, я не помню, когда это было, а, когда мы... Кинулась бы на меня плевота, это сразу минус танк. Ух, что она на тебя не кинулась. Блять, просто я не понимаю, чем вы думаете вообще, когда играете? Когда сдох? Я говорю, кинулась бы на хэпала плевота, и танк бы сразу сдох. Ты только на одного полипала кинул, бьёт, а? Да, не кидалась. Я говорю, если бы кинулась.